Сегодня я купил баночку кильки в томатном соусе. Не разобрана, то бишь с кишками в томатном соусе. Другая марка Аквамарин. Так, с корабликом. Дикая рыба. Это рыба, что выросла, та была выловлена в умовах дикой природы. Самое то можно, так как корисно и смачно. Короче, поела там всего всяких отходов в океане и все. Не розібрано не менше 50%. І томатний сок не більше 49%. Тобто половина сока, половина риби. Зелено в Україні. Кілька Чорноморська. А, з Чорного моря. Стоїть около 36 гривень, це десь около 80 центів, 90.